Маршрут движения от центрального пляжа до реки Анапки. Особое внимание санитарному состоянию береговой полосы и несанкционированной торговли. Специалисты управления муниципального контроля ежедневно проводится мониторинг пляжных территорий по благоустройству и санитарному состоянию. В случае выявления фактов нарушения санитарных условий составляются административные протоколы на управляющей компании. В первых числах августа на этих пляжных территориях муниципальный контроль выявил нарушение санитарного порядка. Урны для сбора мусора были переполнены. Предприниматели предупредили об административной ответственности. Нарушения устранены. Специалистами выявлена нелегальная точка по реализации экскурсионных путевок. Коммерсанту сделано предупреждение об административной ответственности. Предприниматель убрал несанкционированную точку.